Я держусь из-за того, что держусь. Да го играть, ЗБ. Сейчас сидим. Я мне дается, пока нет. Вот это убейте быстро и все. Хорош. Да. Это печально. Печально, да. Кто с ним? Свежий она пропадает. Жесть. Возьми разок. Да, мы Бандар крэшн у меня. Я в арбе был, блядь. Бей! Давай, давай. Хорош. А эти? Аваланч, да? На БХ, да, Аваланч. Хорош. Да ладно. Что, так сильно, что ли, бахаю? Там смока есть у Слардара, если что. Сейчас я глиф откачу. Я думаю, мы успеем. О, найс. Подольше их подержим. Сюда, сюда, вон там будет. Эволюшн. This is the future. О, здорово, Кен. Здорово, здорово. Как дела? Да пойдет. Ебать, я с тобой не играл, нахуй, лет 5. Да. Лет 7, нахуй. Да больше. Больше ты чё? Ебать. Я уже за эти 7 лет пошел в D2, поебашил, турики выиграл. Два ребенка, жена, работа, ебать. И пришел опять ты нахуй. Я понимаю, мы сейчас будем играть грязным пиком. Не знаю. За меня Гриша надо слить, мне кажется. Да, можешь, кстати. Мне, в принципе, еще раза 3-4 можно проебать. На один хуй в топ-20 заходит. А че, топ-20 это хорошо? Ну, типа, все дальше плей-офф там. Ну, типа, там есть надежда, что, типа, некоторых типов не будет и нормальная цепочка. Типа, там, понимаешь, 4 капитана, они будут этих 20 челов, ну, 16 оставшихся пикать. И будут собираться с командой. Нормально. Многие ноют, типа, то, что слабые игроки, бла-бла-бла. Почему вот те, кто в топах, вот это же Криш, то есть я коллаб, ну, я лично похуй с кем играть. Да мне тоже похуй, если чувак хотя бы слушает, что говорит. Ну, что ты ему говоришь? Если чего говорить 5 раз нахуй, и он один хуй тебя игнорирует. Скорее всего, Феникс Кускар или Феникс Кука. Так, ну вы если что знаете, мне в принципе все равно на чем играть. Короче, наша задача сейчас просто не умирать на лайнах максимально. Апнуть чуть-чуть экспы, там плюс-минус 7-8. А, если экспу апать, тогда мне что-нибудь, блядь. Ну, блядь, 6-7-8 экспы. И просто их нахуй задавить сейчас. Ну, если они не пикнут виномансера, конечно. То есть там Феникс Хускар, они никак не дефуют. Два героя бесполезные. Против этого пикать может только какой-то Вокер, этот Легион, Катиник. Тинкер, да. Что-то такое дефит. Да блин, у меня такая подгрузка, это Ютуба постоянная. Я прям готов их на виноме отжарить, на самом деле, в этой игре. Отжаря гуджу сделать им, да? Да, сейчас задушим. Нормально, на победку, пацаны, настроим. На победку. А то расслабились. Так, пойду посмотрю, у кого какие стрики, блядь. На самом деле, Некс можно просто Тини плюс этот Тинкер убрать. На Вокера, мне кажется, похуй вообще. Чтобы ему нафармить Аганими даст, мне кажется, у них уже трон упадет. О, нифига, Хэн, у тебя что, стрик сейчас? Да. А, я всего 6 игр же сыграл. Что? Да некогда играть. По 2 игры заходишь, играешь, выходишь.
Так. Вайпер Феникс. Окей. Че по расстановке хотите сделать? Кого на че садите? Ну, петуха вниз, вином, скорее всего, мид и трипла в топ. В топе, я думаю, трипл такой сделаем. Это либо через вингу дузу, это будет у нас урон сильный. Плюс дуза с появлением типа тавров, мы будем тавра ломать. У нее будет очень много итемов. Ее пробить очень сложно будет, потому что у нас будет мека и там соларка от винома и 3-4 арканы будет. Ее пробить пиздец сложно будет. Хилов очень много будет. Кораблик. Если Неру повозьмет, то это фри, я думаю, игра будет. Там уже дефать особо нечем. Прям вообще нечем дефать. Три героя бесполезных. Призрак. Ну, Лиздак, смотри, файт, если с второго скилла вырывается, то он сразу же дохнет, прям моментально дохнет. Ну, тут у нас пит выжигать будет прям, я думаю. Там пока что, я думаю, когда мы 5 собираемся, там дэмэджа вообще нет ни особо никакого. Главное, лайн стадию не въебать. Я как 7-8 на виноме апну, сразу приду в триплу, и мы начнем давить их. А, Гералёт какой-то у них может идти. Да я думаю, вот смотрю, либо Абадон, либо Дазл. Абадон тоже очень хорош здесь будет. Да, луч зачем нам сбивать? Зачем нам луч сбивать? Блядь, ну заебись. Луч особо ничего не делать там. У нас такой жир. Ну, сейчас они возьмут челас там, посмотрим уже. Скорее всего, сейчас там будет этот... У них играет Ибра, да, играет там. На Ризраке. А еще Вокера туда. Вокер. Медовый Вокер. Ай, сорян. Ну, нормально. Я думаю, нормально. Ехала Абадона в 4, наверное, и Вингу в 5. И... Я, смотри, я на винами беру Solar Crest через медальку. Петуха играет через меку. Дуза через там два банда, аквилу, там, урон, ПТшка, Сия, наверное. Винга пятерка и Абадон четверка через арканы, там, БМ какую-то хуй знает. Или там Владимир, не знаю. Потом с появлением одной из двух. Все идут тут, а Гриш тут. Ну, отошел, походу. А, нет, с появлением одного-двух итемов мы покупаем некра и заканчиваем игру. Звучит, конечно, многообещающе. Не знаю, мы 5 игр сыграли этим пиком, 5 игр выиграли на этой лиге. Че, на Абадон прыгаю? Смотри сам, Абадон 4, Венга 5. Да мне все равно на ком, если честно. Смотри, у нас Гришин еще не взял пик. Гришин либо петуха, либо Абадон 4. Пусть на пите, наверное, побегает. По уверению, наверное, будет играть. Я-то, в принципе, на 4-5, 3 чаще играю. Двойку редко. Дух не пит, говорит. В смысле? А, подожди, тогда у нас же этот, Зерри телекаст играет на петухе вроде. Гришин, дайте дузу тогда. Пусть на дузе побегает. Просто знают игры, где сейчас эти два выблюдка снизу вообще не уйдут, блять. Не, ну мы же просто на 7-8 минуте в 5 пойдем. Да, чуть под АФКшим, с его сыграем, потом начнем. От винома будем двигать. А нет, подожди, а у нас трипла куда идет? Вниз или в топ? Да, вы можете трипло вниз пойти даже. Ну, если так, я готов на питорде. Да, ты понимаешь, когда мы тауры начнем сносить, у него мека автоматически появится. У нас у всех итемы появятся, когда мы тауры начнем сносить. Единственное, когда мы в 5 собираемся, у нас экспа проседать будет. И за это начальную экспу мы просто апаем. Вином 7-8 апает, и все, мы идем пушить их. На сплит пуш вообще похуй, там никто не сплитит нас. Кроме Вокера. А чтобы Вокеру сплитить, ему очень дохуя. Там много надо ему.
Надеюсь, до этого момента не дотянем. Насчет драки, им просто пробивать нас нечем. Вообще нечем пробивать. Ну, с лазера только, если и корабля, и все. Ну, Ризрак там плюс-минус. Это все контролится. Это все контролится одним гейзом тупо. Ну да. Да, какой затянут, успокойся, ебать. Там просто, блядь, идешь в 5, и они ничего не делают, поверь мне. Ты ехал? Я держусь из-за того, что держусь. Понял. Так что, определились, кто на пяти, а кто на абе? Я не знаю. Я держусь из-за того, что держусь. Все, на Абадоне. Окей, я пойду пофижу на пяти тогда. Тогда на пяти. Че, на пяти тогда через гриф с ПП? Да, пайп вроде вообще не нужен, если честно. Ну, от кунки только есть. Ну, грифсы, там дальше форсик какой-то, чтобы сейвить, наверное. А да ты ЗБ. Я держусь из-за того, что держусь. Да го играть, ЗБ. Сейчас сидим. Вот эти рофлы. Так, я, возможно, нет, не накликал Абадона, все, найс. Все, поехали посерьезки. Я... Давайте, если что, я типа, ну, факт скажу. Первую игру я на пяти восрал, если что. Ну, пофиг вообще. Просто послушайте меня. Когда я апаю седьмой, я иду к трипле, и мы должны давить. Все. Я вот держусь из-за того, что держусь. Бля, Кришин, ебать. Всем привет, я Кришин, 16 лет. Блять, не успел. Дайте мне тангу. Тангу сдайте? Дайте мне танка, блядь. Ты Кришну забрал. Крыса с сапогом, блядь. Бля, собрал тангу. Забери тангу. Так, а у нас драка здесь вроде норма сейчас должна быть. Ну, главное луч сбить. Ну, хотя луч на первом уровне не сильно отжимает. Я через ботку, конечно. Да-да-да. Мне один хватает. Я ботал, аквилла же будет у Медузы, я куплю медальку, апуту. Нифига у нас стратегия! Здесь кунка был. Не, они здесь, кунка модель Торрендас, кунка Торрендас. Хорош. Короче, если Дузу убивают, я фармлю. Куплю армлет молнии, запиздим. Бля, Гришин, тебе просто Аркан Стик, этот, какой-то Владимир Баянко, все. Игра закончится, я тебе отвечаю. Все, понял. Я тебе прям 200% говорю. Он, если что, вар тыкнул вот сюда. Достань ему в лицо, мы же уебем его. Нифига меня тут разминают. Смотри. Оля. What is your feeble request? I bring darkness. What a
Кто опять? Насрать целится, что ли? Тогда забираю. Просто вам максимально экспу надо наапать, все. Если они наглеют, то пизды дать. Так тупо зачистить, плавать. Короче, второй беру и иду в миди-локера убивать. Бля, ну лучше тебя не кидать, трепу, мне кажется. А если ТП-шка, если что-то понял. Тем более сейчас Вань в нашу сторону заходит. Да не, они на 20 сделали. Ну, я и говорю, Вайн, на что? Ебать, а где снаряд кверху? Бля, медиок сломал. Понятно. У меня тут Ризрак люто бушует, если чё. Вообще люто. ССшки кидаются. Ну, я могу спрашивать себе. Очень агрессивно стоит. Дамажишь его как? Нет, у меня. Типа, у него очень. Не, а ты зачем дерешься-то? А че ты не кинул? Так блин, нет, это змейка же, я грибок кидал. Я, ну я... зря так в тупую пошел. Ты же просто убил, что? Ты же стан дал, надо было просто уходить. Я думал, его убьем, не заметил. У нас вообще Гриша типа ушел в это время. Я ТП сейчас дал тупо из-за того, что ты пошел в тупую с тремя очковаться, это забить. Сейчас еще тут уходит. Я тут, точнее, по сайту. Блять, я не знаю, я курицу не могу принести, она под КТ кожа летает, парни. Ладно, вот, на втором рейсбанде пока что. Я сбил очень. Всё, просто уходим. Я, наверное, не уйду. Я без сапога. Я лечу вниз, давай деремся, давай деремся. Да, серьезно, нахуй. Я могу вайпера поставить, где? А нет, не курить. Вайпера тоже можно. Ой, впитал. Ой, блять, не успел. Хорошо. Первый ему въебало дать, хотя экспу за него получил. Я открытал, короче, умру я. ТП начну. А в сафрак, если чё, КД? Да, он давал. У меня... А, нет, подошел обратно. Да еб твою мать, ладно. Варт помалю не I go to destroy. What is your feeble? Там резак шестой, подпишу. Да, если что. У нас вард здесь. Я ТП нажал. Если что, можно. Я на базу пошел. Я тебе могу дать. Промазал. Он же дал. Я уже курицу хочу свою блять купить. И на минге, если сейчас подойдешь, то. Пускай, а потом пока экспу лапает. Я винги тоже ловлю. Да они у Сима суппорта, в принципе, можно. Тонко в мид бежит. Я видел. Блядь, пиздец, он агрессивный на лайпере, нахуй. Ты понадобишь? Не знаю, я столько расходника здесь теряю. С этим Ризраком это ужас просто. Ну хотя бы не фижу. Но тем не менее. Смотрите, он... А, нет, на месте. Думал, отошел. Сек, можно паузу? Не на курицу принести. Так, не отжимайте, я на минутку отошел. А под утро день. И как уже? Я же в 10 позвонил уже всем. Я щиток не надо было апнуть и брать. Все, завтра я не приезжаю. Да, но я думал, немножко по-другому буду стоять. Так, можно было щит не брать.
не помогает. Да ничего, я выстою. Главное не фидить. Фул хп стоять и все. Ты его пиздить должен был. Ну хз. Я тут. Гоу, я тут. Все тут? Да, на месте. Ну, типа, мне еще один левел, вот три пачки крипов, и я иду к вам, все. У меня медалька есть. Пока там Феникс третий и Кунга четвертый, нам надо заканчивать игру, идти нахуй. Я курицу взял, мне тут. Бля, там медальку возьму я тоже, подожди. А, давай. Я все, я апнул то, что мне надо. Сосрагил. Но никто. Он как в смоках. На меду. Алло, добрый вечер, лицо. Я не знаю, выйдем, может стан дать, как-то прогреем вайпер хотя бы. Стоит, блядь, делает, что хочешь, шестой уровень. Ну, я на батоне не могу на него бежать. Ну, они на меди все, я иду к вам, короче, мы путем. Что, мне тоже ТП да. давать или... Не-не-не, ты можешь эксплуапать пока меку там. Сейчас рунку подниму. Только ты ульт должен вкачать, хай, на один. Я вкачаю на восьмом. Пока я стою. Но у меня фен. Они кунки корабль хотят апнуть. Они без кунки. Пойдем сейчас запушим вот этот лайн эти. Мне кажется, не надо уходить. Гриш. Да я отменил, я просто напугал. Нормально. Пойдемте. Пушки. Они скиллы просрали тут, если что. Вы достанете, его достанете? Да, давай. Блять, ну я там ТП-шится, Феникс ТП-шится. Сейчас он стрейк сейчас убьет. Не, он добил. А можем Феникс тоже? Все, у меня реген есть еще. Там варт, если что, реюзните? Возьми варт. На, я тебе скинул хоть. О, кермит засплетил. Кунка здесь на топе, если что. Ну вы заберете здесь тавр вроде, да? Если я уйду. Я заберу. А, ладно. Там очень минус. Вот этот. Минус на тавр. Пойдем Т2 бить. Пойдем Т2 бить, придите. Я пешком приду. Если надо. Аркан вот сейчас есть. Нам тавра надо теперь. Нам надо тавра теперь сносить, арканы брать, тавра сносить. Чтобы апать дохуя и голды. Забейте на Уокера, ему дохуя слишком надо слотов. Щиток там крепочку или че? Я Т2 пойду откину, если что, прилечу. Там на топе двое сплитуют. Надо бить по тавру. Нет, это ж как бежит.
Дай тангусик на винге. Идут, транс хотят. Пэшцы, конки шестой, конки шестой, конки шестой. Там конка шестой. Да, чуть-чуть позицию держите. Надо их коцать как-то, змеек там много ставить. Там можно. Да хуёвать. Меня хочет поймать. Вот мне икс будет, да? Луч, сбейте. Я сами. Убейте их. Наши вроде. Я к вам сейчас подойду тоже. Надо отойти чуть-чуть. Вот да, я не отойду. Я мне дай сапога нет. Убить этого вот это убейте быстро и все. Хорош. Хилочек да, накину тебе? Да, давай. Ну КД я пока. А че, этого тоже а он не можем? Нет, двойка КД. Тавр. На ульте петля на топ. Я прилетел на ульте. Можешь на мид? Че вы мид? У меня медалька грейженная есть. У меня полмеки. Если чё. Все, поехали по миду. Два таура, по топу два таура, Рошан и заканчивай. Я тогда урну, ебашу. Мида, свок. Урна, чё. Владимир, барабаны, БМки. Нам нужны итемы, которые усилят. Чё урну не взял? Чё урну не взял? Брейстик. Не-не-не, я не догоню его. Не догоняю. Ладно. Мне достает, если что. Я курицу взял. Просто надо от дуза надо играть. Дуза, чтобы танковала под щитом. Я пока второй щит. Я ей медальку буду кидать. Рад хотя. Ловим, деремся. Ебать, а чё ничего не нашли? Подраться. Деремся, что делать? Феникс хуёво. Мне кажется, им всем хуёво тут. Двойка КД, ребят. Не могу ничего нажать. На ТП. Т2 надо ломать. Т2 надо ломать. Кто умер у нас? Только меня убивает. У меня полмеки уже. Ну уже 200 золота мека будет. Бля, серьезно. Да, санстрайк забылся. Что, отойдем? Да, я если пойду топ толкну, у меня мека уже будет. Можно будет поагрессивнее. Но если мы... Нам надо, руна. Короче, 5 просто давить сейчас. Похуй на лодке. Ваше. Бля, ну, видеть не стоит. Давай я тоже так подсделаю. Не, я фигню сделал. Если честно, там вард, скорее всего, вот здесь стоит. Потому что он такой мув сделал. Гениальный прям. Все большие, просто все герои большие. Гоу просто в 5 пойдем. Донесем вот это, вот сюда опс поставим. Рошан заберем и закончим игру. Гоу. Они 5 на 5 нам ничего не делают, просто... Я здесь хуйню сделал, ты здесь хуйню сделал сейчас. Пойдемте по топ собираемся. Че, идем в топ, да? Дали. 600 золота. Мека. Лайны оттолкнут, они здесь захотят драться. Вайперы тоже почти мека. Надо. Я чуть лес попинаю. Нет. На подходах. Мне быстро тут, в принципе. 400 есть уже. Сейчас после таура, я думаю, тебе мяки появится уже. Я сюда встыкаю? Да. Yes. Я думал сам. Под замену. Он тоже поставил. Яйцо есть, да, уже? Яйцо нету еще. Что ты ставишь? Там не центр летит, там вард, там вард стоит. Там не центр летит. Так, с даггером. А ему стан. Да? На кресте. Надо и ульчик будет сделать. Хорошо, с Юлом перекроем. Я могу его слапнуть. Где он его? Давай. Блин. Там драку надо начать. Побольше. Я слапаю, я слапнул. Ну все хорошо. Бля, он меня убил. Мне кажется, я зря слапнул, я все равно не убери его. Да, надо меку добить. Так бегают, я не знаю. Уходим, пацаны. Там все лохо, точно не бьете. Давай, яйцо. Гришин. Ну, я не могу. Успеваете. Да не. Хоть одну тычку бы рот-то сделал. Я под кустом. Ты тоже не уйдешь, все крест дали.
Не, бля, я хуй знает. Нам просто не надо дайвить, мы должны стоять, ловать таура. Зачем? Ну, мы под корабль очень сильно встали. Забей, там сейчас нет ничего, пойдемте. Блять, дальше надо давить, нам нельзя затягивать эту ебаную игру. Рошан есть еще. Мы можем Рошана сейчас убить прям под саларкой. Там, наверное, по-любому варды есть. Надо поставить. Центрик выйд. Собьем что-нибудь. Я Пурманс продам, Мек возьму. Нафиг он не нужен уж. Она нравится мне. А потом вообще, мне кажется, должен типа, быть рядышком постоянно. Я вроде и был рядом. 50 золота не хватает, жесть. Мне не хватило щита. Бери, наверное, на дузи там. Я заберу вот он. Резак тут. Опа. Убивать надо уже, правильно. Забирай. Я заебался уже умирать. А где? Боже, надо. Чел, можно драться, не? Мега летит только. Корабль минусом. Хорошо. Зарезь. Они не попали кораблем. И там локеры сейчас. Стен жирный, сколько живет. У него тоже мега. Под кораблем, все, там паф упал. Хорош. Ща мека прилетит. Этого убить бы. Было бы хорошо, если бы его убили. Я не могу далеко. Это так он дал. Ладно, нормально. Че, поехали по топу, взяли из Аргентии, дальше потом пойдем. Или вот Бизар стоит, смотри. Он с даггером. Он уйдет же просто. Он с даггером. Даггер, если смотреть. У нас есть Аегис, мы должны пойти по топу два таура. Маны маловато. Ну, закиньтесь. Пошли арканы, там где арканы будут. Ехал, топ-топ. Так, как бы тут вингутся надо. Да, сдохло. Что там, мана будет, если что? Пошли, если нажмем, если. Ну, бля, вы пиздец, конечно, бежите не оттуда. Сейчас этот будет с даггера здесь. Пытаться дефать. Я вообще думаю, может его купить? Так же на кресте. На Иксе, вот, вот на кресте. А, ну давай. Сейчас опять на кресте будет. Баву надо ему тоже что-нибудь дать. Да, мы можем подраться. На Смит падает. Корабль, 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 нет, ребят. У меня будет, меня страйк даст. Блять. Бьем? А, на мид пушит. Я могу на ульте, если надо. Только смотри, цепанут кого-то. На мид пушит. Уже бегут, цеплять. Я на базе. Они все драки без вокера просто дерутся. Я похода останусь. Ну я буду помогать. Саегаешь у нас? За Саегой. Там что-то ПС. Феникс. Дерись на дузе. Дерьмоед, блядь. Хуел, что ли, меня, блядь. Я бегу тоже. Блядь, там сзади вокер пришел. Я на подходе. Я на подходе. Скоро закончусь. Дам тебе сейчас это. Вот. Вы, если что, без сапов там вообще. Там я Гривз добил. Нет, отойдите просто. Отойдите? Да, выйди, да. Да.
Надо все лайны толкнуть и пойди просто закончишь за покер, смотрите у нас. Да прям сейчас просто в мид сверните. Вместе. What is your feeble request? Да. Найс. Эй, не лагай, да? What is your feeble request? Эй, алло! Алло, интернет! Ты куда? Ну чё это такое? Ну вот днём сел поиграть лигу. Игра интересная, такая, что может быть камбэк, там что-то еще что-то, но нет. Ну это как обычно сейчас меня дропнет, и тогда интернет дадут. Классика. На третьем месте по нетворсу, да? Куда? Если честно, после такого дисконнекта настроение немного падает. Это да, он просто без какого-то тильта и общается за EPC. Он играет нормально, и... просто, ну, да. Ему говорят... Сделай ТП, он же не понимает. Марат тут. Да, я смотрел эту хуйню. Смотрел, да, блядь, этот fucking dog, блядь, fucking shit, нахуй, хунка, блядь, там. Бля, можно зайти в игру? Кого там еще нету? Топа и этот остался. Зе... вообще нету. Зе... Ну, вот эти... Два чувака, на которых надо. Прикинь, он такой на иностранном хуярит, блядь, и спокойно. Подожди, давай выясним, кого нету. Гришина нету. Я же тебе сказал, нет, топа Firefox. Да какой да топа? Топы там нету, блядь. А как эти ишаки в приват игру заходят? Это по вам фолу знаменитости ебаны? По коллапсу, блядь. Это же один из трех императоров. Император. Нету... Ящер, по-моему, первые три императора это Пупс. Аза, Отик, Амаль. Пупс, ты тут? Пупсик? Не-не. Как не? Пупс. Вызывайте Пупса, либо я ему скоро задочу их тыкал. Этот играет. Покемонов там что-то играли. Да, я тут, тут... Пусть этот зайдут 8, мы зайдем да, вдвоем. Да, у нас 9. А, ну все, гол. А меняем его нахуй, пускай Разер нахуй. Давай, Шерф, я в тебя верю. Подожди, а Пупсик это легенда, которую Минидж вырастил? Это он? Ой, да. даже в Доте 2 ошибки бывают. Давай, я в тебя верю. Бля, у меня руки аж трясутся, нахуй, я не хочу СП писать. Блин, вы бы сейчас видели. На Шерф с легендой играешь, блядь. Все, шафлим? Да, у тебя первый, второй, третий. Ох ты ж, блядь! Ну ладно. А чё? Чё там, покажи ты. Гоу, блядь. Господи. Кого на пике? Ящик. Дай втором. Чё, Амир? Сейчас Коллапс, OG, ты будешь пикать? OG играют, идут пушить, блин, прикинь. Угу. Там керри вертолет, на него союзник ставит, блин, кобры, он застревает и его убивает. Блядь, это вообще что было? Это OG, блядь, чтоб ты понимал. Алло. Чё, Гришин тут вообще нет? Гриш. А, я тут. Кто? Ну давай этому, дай. Этот, можете меня запустить, я стрим посмотрю Пупсика. Интересно, как он Клер будет писать. Не-не-не, ты чё, Разер, меня хотели перекинуть, а Нибран сказал, не будешь, не будешь. Да-да-да. Если команда не против, то я... Можно я без звука, типа, посмотрю просто? Я тоже посмотрел бы. Перекинь меня тоже, пожалуйста. Туда. Ой, я но, чисто без звука. Вы только скажите, что вы посмотрите. Если пацаны скажут, что нет, не хотим, там, переживают и так далее, то выйдите. И мы с Ламзери и Пупс точно не против. Все, да, я вас кину, меня, когда он, они в пятером будут. Ага. Я вас да. перекину, когда пятером будут. Это без звука. А что, никто... Здорово. Здорово. Здорово.
Химик, Лорд Феникс. Что по пику думаешь? Думаю банить Вайпера, Пита или Феникса. Феникс. Все не забанить все равно. Он сейчас будет банить панду. Так, давай тогда через Феникса все-таки пойдем играть. Давайте попробуем, чё нет. Главное, чтобы свет был, интернет был. Питлот, Феникс. Вайпер, Питлот. Найс. Феникс вайпер. Похуй. Там будет Феникс вайпер, наверное. Или Феникс селедка. Скорее всего, Феникс вайпер. Феникс лада. Гриффин где? Не знаю, не заходит, что он. Не хочет, наверное, тильтанул, может. А на планете ты будешь играть, да, Ислам? Да. Хорош. Здесь еще на леге могу сыграть. Да если он нужен, типа, не нужен, то... ох. Вайпер. Бля, надеюсь, там не будет вот этого веника. Бля, нам было лучше хусик, а, хусик банит, всё. Хусик банит. Бля, да где у них пик такой? Не, не фастпуш точно. Мне нужно было спортов таких других взять. И фас пушить. Ну, блять, на. Так, Айлин может тут нормально грязи сделать. Два героя эти сыпятся. 100%. Угу. Там сейчас будет Найкс, а у нас будет Слаг. Что-то сколько играю, не видел ни разу, чтобы зомби вообще кто-то драфтил. Вообще не видел. Ну, его мало кто пикает. Типа под веника, под пита можно пикать. Но он очень грязный там. Просто...
до этого вам идеально заходил вот этот тамба. Его никто не будет сломать. Ну да. Ну типа не может. Кроме Вокера. Это да. Так, на Икса точно брать будут. Комбо-вомбо. Угу. Угу. Дефолт. Так. Есть Doom. Есть Бара. Тусик. Или сало. Не, сало, думаю, хуйня. Дум вроде нормально. Я ж выключил его. Я ж выключил его. Да, бар вроде пока нормально. Вот, нету его. Чё бар не взял? Подожди. Бля, просто если я бабу возьму, сейчас они сами заберут вот этого тусика. Да. Вот так. Ну мы с такими саппортами даже под БХ можем сыграть. Я на БХ с удовольствием побегал бы, если надо. Ну БХ, думаю, что-то такое. Да, собрали. По-любому тут легион, да? А они могут какого-то тинкера взять? Что думаете? В теории, да? Под БХ нормально. Сойдет. А перепикали уже. Тяжело. Так, вниз в тайплу, кого можно взять такого жирненького? Пока взяли. Так. Чё, Дума может быть? Чё думаете? Или не надо? Ну, Дум, по-моему, неплохо тут смотрится. Но опять-таки, что-то как-то... У них там жесть, сколько актива будет. Или Бауна. Слава, сейчас чуть-чуть потянешь пик, я быстро покурю минуту. А, ну как раз там Гриши нет тоже. Бля, хочется какого-то кое еще добавить. А как вы смотрите на Бару? Там на X будет вырезать все это. У нас пик такой. Плюс-минус. А так на X Doom закинул. Курит. Или Паку. Да и диспейл хороший, можно взять сатира. Сами смотрите, что как делать. Десять секунд.
СПЗ, и ты на ком будешь? Я кроме панды... Ну, тускар тоже я не очень, а так на этих трех могу. Гриша, наверное, на Тинике будет, или на Леге. На Тинике лучше, да? Че, Легион куда идет, Ислам? Топ соло, наверное. Топ соло? Да. Мне кажется, вот Найк с селедкой не грызут быстро вот этого Легиона, либо Тинника, либо Дума. У нас есть Каолин, Тускар. Ну, вы быстро, типа, по карте мувуетесь, чем они. Я отойду тоже. Ну да, когда они соберутся, можно немножко посплитить и все. Че, Гришна нету, да? Да. Бля, пиздец. На Тинике будешь играть, Гриша? Да будет, наверное, гол. Какой на ком? Все, все тут. Так, тогда давайте так. Пусть... А, ты на ком будешь играть? Мне все равно на ком. На Тускаре, не знаю, не очень уверен. На Каолине побегал бы. А на Тинике играет Гришин мид. Да пускай играет на Тине. Я вон на Тусике побегаю. Тускар, ну четверка или че? Ну как хочешь. Четверка или пятерка? Я бы четверка был бы, дагер какой-то взял. Давай. Рывался бы тоже. Так давай я тебя... Два в тангу. Бля, обойти могут, да? Пошли на топе заберем, не? Или внизу? Не-не, где угодно. На топе забирайте. Гнали на топ. Чек. Я почему-то думаю, что они пойдут триплой в топ. Слышишь? Да. Они трипой в топе будут, не? Не думаю. Мы же там их отпиздим. Не-не, не внизу. Выходи на руну, БХ отпиздим. Только сразу забирай, да, БХ может. А есть засты? Нет. Бля, я еще вторую качнул.
Ладно, я сразу отвод ёбну, бабки на досты будут. АП уровень. Сейчас, думаю, третью апню, думаю, уйдем вроде. Так, у меня скоро будут бабки надо стыкать. У меня уже есть кто принести. Я сейчас вторую апну, и мы можем вниз идти с тобой. Кажется, вы хакаете здесь. Или вот здесь подстакаю тебе. Он видел, походу. Дрону заберешь? Да, заберу. ПХ, это Свардар берет. Да, я вижу. Ты там под броней, я не знаю, может что ли. Нормально. Он решил меня побить. Кого? Тосы меня. Маны нет, сейчас тосну. Тосы. Хорош. А, этого без первого спила. Я отойду пофармить. У меня нет МПшек. У меня тоже базы. Да, вниз пойдем, говоришь. Я пойду бы хаугивать. Ну пошли тогда. А, или резкую ТП вниз. Вниз ТП резко идет. Че за, блять, ебаные крипы нахуй? Ну мы их не убьем, пацаны. Мы их не убьем. Убьем. Подойди ко мне. А он первый, что ли? Конечно. Будет чё? Коней хуя нет. Меня убил. Че, подержишь его там? Поехали. Кто с ним? Свижена пропадает. Жесть. Мазни разок? Да, мазни. А, вот он идет. Все. Сейчас... Так, у тебя скоро шестой. Я достану его, если что, и вкачу. У тебя есть досты? Мы можем так убить. Да, да. Без шестого, если ты вкатишься. Прям сейчас. Ну, теперь я умру, блядь. Фак вам. ТП дает. Ну я собью ТП-шку ему. Гогришь на разворот.
Этого я не пойду грешить. Этого сам. Надеюсь, ты живешь. Короче, кайте его как-то. Вам пак идет, если что. Я к Тинику бегу, мне похуй. Блин. Ну, катить тебя в них. Давай. Ну, стой, пацаны. Поехали. Хорошо. Я съебался, я сдохну иначе. Блин, так обходили долго, это жесть просто. Ну, сорян. На низу, надеюсь, руну заберу. На топе ДДшку пак забрал. Там уже не забирали. Хорошо. Я на топ ТП нажал, у меня есть досты. Давай, но у меня только на дуэль будет слам. Да, хватит. Я могу пассивку взять, Вальди, ничего. А, не, ТП нажали. Я тоже дал ТП. Мы их разъебем сейчас, не? Там пак на топ идет. Пак идет, еще с ДДшкой. Он умрет. Жесть. Ой, хорошо. У него 700 хп, не знаю, с прокаста не слил. Кринж. Просто бред. Хорош, успел. Красавчики. Ну, такое себе. Я сфидил. Что там? А, еще выжил, он двоих убил, заебись. Вот этого ебем, он пизда его. Давай. Иди сюда, мой сладкий персик, блядь, с нарканами. Если плюс один на имеется. Я пошел в мидит. Скорой повремените, я рулет возьму. Сейчас бхап сюда с ТП, убьет меня. Поднимешься на ХГшку? Сейчас, да, секунду. Вот я боюсь, если пак будет. Вон пак ТП дает. Ну если лордар подойдет, наверное. Плюс один на икса убиваем, плюс один на икса убиваем. Че, мы же ебем его, не? Ладно, забей. Я пошел в сторону. Мы сейчас вышку открывать будем, Ислам. Давай, я тебя засейвлю еще. Подкатай, надо вышку сносить. У Найкса армлет почти есть. В миди, там пиздец. Ну, не могу ничего сделать. Сказал. Ну, сказал бы, я бы... Нам борды нужны. Так в кое борды? Надо втанчить. Нельзя отдавать карты. А есть, бля, досты на него? Там пак, по идее, на топ пошел. Хорош, хотя бы дуэльку взяли. Бля, там какого левела луч? Бля, я мог переобуть. Так, я сейчас с базы пойду, воды поставлю. Сука, из-за, блядь, два стрима нахуй лагает Део. В БС и в этом стриме. Че, вышку мы забрали. Че, я буду блинк фармить. Так, что, вниз пойдем? Пойдем. Найк сам в миде, вроде бы должен убивать. Каталашку вкатишься? ВХ, Феникс, миди. Катываешься? Ну, давай. А там еще и пал. Дай. Ой, блядь. Трое в миде. Уже ТП дают. Внизу три. Там еще БХ пришел. Да ушел. Панда может уйти, кстати. Жалко ТП. Ты под треком. Да ладно. Че, мы на доме на разворот сможем? А земли пока нет. Так у Тинька долго, да, я. Так, сука, не попал, да. В миде. В миде.
Я не знаю, я не могу стоять. Я выхожу мид, я по КД фижу просто. Через дримкоил подходит Слардар, либо Найкс еще. Я себе вард пока не ткну, походу ничего не получится. Но... Бред. Я что в лес, что в мид иду, по КД фижу просто. Давай на даггер купишь, будешь пока пиздить. Да, я не куплю этот даггер. Фарма нет. Купишь, купишь. Ну я сейчас блин куплю тогда. Да помни, Хэн, нас ебут, а мы крепче. Да, ну такое не очень. Просто по КД фит. Чел на паке просто стоит АФК, долбит крипов и все. Че дальше ему стало? Да монет еще 5 секунд. Он нас видит. Че, давай я на унгаут поставлю сейчас. А, тиник тут. Я нажму стал. Они тоже тут все. Давай. Ладно, забей. А че? Не хотел... Я хотел кинуть. Не знаю, думал кину. Нет, там уже вон ТПшки дали. Забейте. Я сейчас опять через DreamCall финал нормально. Лего на экспо бил. Да не, ты жирный, мы тут все. Я закрыл эту. Дал думпаку. Есть что-то? Поехали, я за любую суету. Давай. Там пока подумаем это. А, я чё не добил? Серьёзно? Выживет. Я сейчас кончу тут дум, парни. Я иду под мид. Есть что-то катиться? Бля, 10 лоу. Ну можем, я думаю, на прокаст попробуем. Того пофиг. Селёдка. Я заберу. Заберу. У меня 1200, близко к даггеру уж. Вот же донор еще. Я пошел с бэхапу, я... Блять, я... Блять, хуйню сделал. Я хуйню сделал. Я арбалет не пичу. Бля, сори, бро. Я, блять, ебаный МБС, нахуй. А я что-то, блять, не поверил, что уебу Найкса. Ну, у меня еще ульт КД был. Что я бы думал, ёбан. Чё на паки выёбываешься, бля? А промах и в КД ушел. Промахнулся, блядь. Ай-яй-яй-яй. Есть. Зато смотри, видел? Зато сейчас стычка была с ультой. Найс. Ай, есть, короче. Не знаю. Бля, у нас так-то у Леги все неплохо. У вас один бомж вот, есть вот тут, у которого все плохо. Сейчас все будет, что-то. Сейчас мы вышка там тоже. До меня бегите, у меня дом есть. Я готов. Они сейчас тут все будут. Мы тут тоже все. Так мы тоже все. Я с ультой. Ну мы все под метками ножи видно. Хотя мышка, значит, ничего. Гоу, да. Сними с меня эту хуйню, чтобы я кого-нибудь ворвался, если. А как я тебя сниму? А, Олег. Ты тоже можешь фурман качнуть? Не, я хочу пока броню оставить. Броня плюс-минус тоже неплохо. Просто сейчас, когда... Блядь, сейчас будем кушать, тосы ебаные заебут. Дал, Найкс дум дал, Найкс. Он под рейджом, парни, вы чё? Гоу, Найкс. Это без арбы. Без арбы толпы. Ой-ой-ой. Че вы там? Забейте. Я к пацанам иду, стараюсь помочь. Забей. Под магнетизмом. Если кто подойдет, тот сну. Могу. Крипов много было. Так все, парни, че вы за ним бегаете? Так, руна осталась. У меня скоро даггер. Я сейчас на мид ТП дам. Тэшку заберем. Даггер появится. Блять, я хотел тебе урон. А, маг вот здесь. Маг вот здесь будет. Бля, я знал, что он там скам. Не делай ТП, ты чё? Почему? Я сейчас типа пошёл на руну, вот, а ты вот этого ебёшь. А я типа убегаю. Это идеально, нет? Трек хватит? Да
хватит. Ну, 270 вообще ни за что, блять. Мне нравится этот дота. Вообще ни за что тут, блять. Есть. Селедка, да, гер дофармлю. Здесь где-то на экс-фарме 200. Селедку хотел в топе уебать вообще. Это там издевает на пак. А, вот на экс. Суха бежит. А, есть даггеры сейчас. 20 секунд. Под мидом, го под мид, пока-пока нету, парни. У меня мипа есть. Го? Сало, что-то такое будет у вас? Ну, это вот этот, духа. Ну, а вот здесь где-то бегает. А вот... Он трек не кинул. Не, ну у нас все есть, в принципе. Я могу прыгнуть, если вы потом замагнетишь меня. Нормально будет. Но мне тоже трек висит. Он так ТПшится. Да ну. Поймал. Кало дал. Хорош. Можем дальше, можем дальше, можем дальше. Можем дальше. Идем дальше? Да, давайте пушим, пушим. Зачем в Т2 идти? Пушим. Вон, 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 селедка, селедка, селедка. Хорош. А, эти? Аваланч, да? На БХ, да, Аваланч. Хорош. Оу, да ладно. Что, так сильно, бабки, что ли, бахаю? Бабки пошли, чувствуешь? Да, бабки на лавочках. Натерпели, блядь. Ну, с даггером вообще как-то. Я пойду хосту заберу. Бля, я не хочу БКБ покупать, если сейчас там один стан, в один стан банный БКБ брать. Подождите, как там лучше? Что-то порожняк какой-то. Я могу БМ купить, нет? Против Феникса, нет, тебе надо, нет? БКБ надо, да. Ой, ну, если мы луч не забьем как-то, то тебе пизда. Нету. Чё, будем делать? Хоть его... Типа... Можешь побайтить? Бля, подождите, блядь, не блудите. Я байчу, байчу. Ты его выкинь, на крипа. У него рейдж ТП может быть. А, так тут трое. Поможете? Конечно. Вытянуть должен. Я не успел. Эх, так досадно. Я на эксу дом дал. На эксу дом. Ну ладно, нормально. Нормально, троих в одного дауна разберете. Да, у меня блинк был. Хорош, пацаны. Куда ты его? Что сделал? Калин. Толкает. Ну, форснул. А я за стилить хотел вот. Я за паком пошёл. Вот. А нету, у меня нету же дуэли. Так а нахуя вот? Тебе дуэль, блядь? Там, блядь, что-то урыжит. Мы его забьём. В каких руках, блядь, ладошки дадим по щеке, он умрёт. На топ ТП-шка будет у кого-то? Мы можем Рошана, нет? Эй, хуйня какая-то. С Лего 150 дамаги, мне кажется, Роша может. Вот же бегай. Сейчас мы его, вот тут мы его убьём. Только блинк что-то. Он сейчас где-то вот здесь. Бля, вот тут вижен стоит. А там у Селедки может быть дагер, кстати. Может. Че, идем? Рошан, нет? Вот на экстра дал. Он может залез кого-то там. У меня грифсет. Давай я тебя арканы нажму. Ча, подожди, я добью это. Давай. Джангл добью быстро. А, вот. Пак, 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 пак. Гоу, жми, 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 уже жми. БХ под нами нажал, смог, БХ над, под нами. А нет, тут вот этот чудик под нами. Не могу пока, блин. Я не могу, блядь. Плодар крэшнул меня. Я в арбе был, блядь. Бей! Давай, давай. Должен. Хорош. Должен. Нету тоса. Чё? Дастов нету. Рошу. Давайте Рошу. Меня... Давайте Рошана, чё бегаем? А, сюда пишу. Вон тиник, о, этот, БХ. Эх. Или Т2. Оставьте в миду пачку, будет БКБ, парни. Два крипа заберу, ничего не будет. Что думаешь, вот здесь баты или нет? Я вообще закупался, ты че? Стопудово есть. А я думаю, что нет. Центрик, точнее. Центрик стопудово есть, на феникс, на трями, с центрами. Я даже дом в той драке не пройду. А подождите. Давайте отойдем. Какую рубля не зайти? Торопитесь с этой крови, ебан. Да, даггер есть у него. Да, у него в прошлой драке был же даггер, говорил. Кого ебашите? Я пойду руну возьму. Подойду. У нас фиксы, у нас броня, мы вообще не убиваемые.
На топе. Ай, печалька, бро. Хотя он убил на Экса. Я от крипов. Я БКБ купил. А мы сейчас его убивать. Я БКБ купил. Нормально. Пацаны, чё, драться вы хотите? Я пойду низ фарману. Вот, 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 вот Феникс, вот Феникс. Феникс идет. Иди вперед. Эй, жесть. Иди вперед, у тебя грифсы. Давай. Феникс вот сюда пошел, ладно. Да, он сюда поставил вижу фарм. Там очевидно вижу. Потому что я вот тут стоял, он этого... Это хуёво. Не, далеко, далеко. Он ренджа, бля, не добил и начал уходить. Вот тут стоит вижу. Чё, давайте вот здесь вижу сломаем, может. В центре там. Я могу кем просто купить? Того врашана, нет? Врашпит, пойдем. Да, пошлите рожь, я вот. Ем возьму. Я низу вот. Хочу фармануть, да. Джейс, как. И врашана голову. Лодку тяк, плюс свой. Или с БКБ, бля, подеремся в топе. Че думаешь? У меня БКБ есть. Да не, уже не успеем, гоу врашана. Они вышли слишком. Только фастом, гол. У меня много урона. Они сейчас будут вышку вторую разменивать. Давайте быстрее, все накиньтесь. Я иду. Далековато, правда, есть ДДшка, если что, помогу. Лепать будет. Да, похуй. Ну, да. Так, кому ТП надо, возьмите. У меня нет ТП. Там смока есть у Слардара, если что. Сейчас я глиф откачу. Мы, я думаю, мы успеем. О, найс. Подольше их подержим там. Еще глифанул. Я в спину зайду. Стараемся. Бегай уже, у тебя же БКБшка сюда. Вижу, да. Сюда, вон там будет кино. Вард. А не, я пошел там чекать. Али ТП нажали. Так он... Четку зашел, он же нажал смок, и он в него зашел. Ты не видел это? Ну я видел, поэтому... Мана будет, залежь. Они вниз бегут, что хотим? Я всегда знал, что Жантай ты видишь больше, чем я. Спасибо. Там смока, возможно. Я встану. Да не, вот так середка побежала. Ну да, в смоке побежала. Без смока. Вот тут сейчас забайчу. Забайте. Найкса хреначу. Найкса, парни, Найкса. Найкса думал. Не поясню. Эх, я тоже встану иду. Двоих закрыл. Хорош. Лучший просто. Подсыпал. Дайте ультра-килл, блядь. Ой, мужчина, на вставочку. Да, и тоже, и тебя тоже ссылка в описании. Оставим, как говорится. Ну там у Гришна просто прайс, блядь, дорогой, 500 рублей. Да, у него что-то там вообще, как элитные вот эти вот девочки. За любого игрока расскажет, кто как играл. Мне топ рассказал, я с ним одну игру выиграл, он сказал, теперь слоты бесплатно. Чё, может отойдем? Да у меня Игорь же. Бля, слышь, а где ты? Слардара боюсь. Сказать за кого-то за 500 рублей. Там есть в описании. Есть. Я в сало прям прыгнул. Даст ты, да? Найкса откинул. Эх, если б меня как-то подзасейвили. Хорош, живу. Хорош. Не могу откинуть. Ладно, давай по раке, да, пацаны. Сейчас мы сдохнем, блядь. Ну я в таверну. Я в таверну. Нормально. Ай-яй-яй, жесть. Ну, хп. 50 хп. Бля, да, уходите, крипы сломают там. Нормально.
Он же в него зашел. Ты не видел, Гриша? Я бы двоих сейчас убил. Я бы это видел, но, блядь, мне это что сделать? Есть? Как я это думал, ты не, уходите, уходите. Ладно, помогу, брат. Хорош, шагем только я не отдать бы. Я могу пошить на самом деле, чё? Чё, куда бежит, блядь? Там, правда, папа сейчас дом хочет. Если Лего заряжает там. Хорош. Красава. Пак сейчас будет прыгать, наверное. Да не, давай, у меня камней нет. Да уйдите, чего вы так растягиваете, ё-мо. Ну хорошо ж подрались. У меня 5 камней закупиться надо. Я тоже красный пойду. Красный можешь взять, блядь. Бля, ты гем отдал. Меня кинули. Эй, жесть. Есть парды купить? У кого-то бат. Бля, сейчас без гема чуть тяжело будет играть. Так, а чё, мы просто по топу сейчас пойдём, да, и знаю, всем узнаем. Это что такое, два рецепа? Ну, сейчас будет, сейчас всё будет. Надо крепасов чуть-чуть подхалить. Не, ну ветки-то нету, ебать, так что... Там, скорее всего, сейчас комбо-вомбо будет. На топе что-то трое. Мне 500 золота добить бы было бы кошерно. Что-то я чувствую, тут жареным пахнет. Надо уходить отсюда. Может, залежь маны чуть? Под меня так, есть. Спасибо. 400 золота надо, пацаны. Где-то срочно, прям. В срочном формате. 200. У нас кирас есть уже, оказывается. Хорошо, я как 6. Раз под аганимом нормально. Пойдешь? Не, я не пойду, долго слишком. По одному крипу в лесу стоит, вообще извращение, конечно. Вот здесь надо этот, ломать. Да, он меня видел. Либо вот тут на полу где-то стоит, либо вот тут стоит. 50 золота. И он дайте живет. Куру сек, да? Тосы. Камень, бор. Ладно, да? Секунду, куру, пацаны. Дайте на базу. Кура далеко, жесть. Ой, блядь, надо этот. А хотя не надо. Бля, вы любите эти парни или я один только его вижу? Нормально. Я один его вижу. Да. Да ты под пайпом что-то. Кура летит все чё. Я под треком. Кто под треком? Ты? Да. Все норм, нет трека. А, помогите. Ай, эх, сики не мог. Ну, сорян. Там под станом ты вроде был, брат. Блять, забрали. Кто мистики забрал? Отдайте мистики. Блять, ты нахуй их сломал? Ну ты бы не сказал, я бы не сломал. Вы уже БКБ. А, мы давай. Уай же, а ну я был какие. А, штучка. Че, вы решили не церемониться с ними? А, блядь. У меня маны нету сейчас. Здравствуйте. Все, поехали, я вкачу в Питере. Скоро еще. Легион по гайдам 17. Я закрыл вход на базу, если. Опять промахнулся, что за путь? Да что-то наши на победку играют. Ой-ой-ой-ой-ой, дядь. Палкой бью. Бью палкой. Блин, красавчики. Good game, пацаны. Молодцы. Уф. Я там пак почти с Радиком был. Жесть. Там бы не помог. Спасибо за игру, ребят. Угу. Взаимно. Блин, если честно, я до последнего не верил, что вообще что-то у меня получится в этой игре, потому что с прошлой катки, с Disconnect, там прям аж такое минус мораль, рили. Какая-то что еще, пак душит, не могу стоять, выхожу, фижу.
Но в целом командная игра, и на командной игре все переворачивается. Там и неплохие ребята в ЭС играли, и в команде очень сильные ребята у меня отыграли прям очень бомбезно. Но 1-1 сегодня, ребят, сегодняшняя сессия подходит у нас к концу. Спасибо всем, кто посмотрел. От души за лайки, ребятки, за вашу поддержку. Но вот такие вот у нас, это у нас, по-моему, уже 4-й или 5-й. Это, по-моему, 4-й у нас день, ну, конкретно у меня 4-й день СТЛа. Ну, и надеюсь, эти катки вам заходят. На этом все, ребятки, не забывайте подписываться, ставить лайк. С вами был Ксеназис, и до скорого.